Техническое описание кода неисправности OBD-2 заслонки управления впускным коллектором застряли в открытом банке. Одно, что это значит. Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Mazda, Ford, Dodge, Jeep, Kia и так далее. Несмотря на общий характер, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, сохраненный код P2004 в автомобиле, оборудованном OBD2, означает, что модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил, что исполнительный механизм привода направляющей впускного коллектора IMRS для блока цилиндров двигателя 1 застрял в открытом положении, банк 1 обозначает, что проблема возникла в банке двигателя, которая содержит цилиндр номер 1, система АМРС контролируется PSM для управления и точной настройки воздушного потока, который поступает в нижний впускной коллектор, головки цилиндров и камеры сгорания, электромагнит управления бегуном открывает, закрывает металлические заслонки, которые плотно прилегают к впускному отверстию каждого цилиндра клапаны бегунка прикреплены болтами к тонкому металлическому стержню который проходит по длине каждой головки цилиндров и через каждое впускное отверстие все закрылки можно открывать одновременно и одним движением но это также означает что все закрылки могут быть выведены из строя если один из них застрял или закрепился привод амрс прикреплен к штоку с помощью механического рычага или шестерни в некоторых моделях используется привод с вакуумной диафрагмой электронной Соленоид, управляемый PSM, регулирует вакуум на впуске исполнительного механизма АМРС в системе этого типа. Вихревой эффект создается путем направления и ограничения воздушного потока при его втягивании в двигатель. Исследования показывают, что эффект завихрения помогает более полно распылять смесь воздуха и топлива, более тщательное распыление помогает снизить выбросы выхлопных газов, повысить эффективность использования топлива и оптимизировать работу двигателя. Автопроизводители используют разные методы до АМРС, проконсультируйтесь с источником информации о вашем автомобиле, All Data DIY подойдет, чтобы узнать особенности системы АМРС, которая которой оснащено данные транспортное средства, теоретически, полозья АМРС частично закрыты в условиях пуска, холостого хода и полностью открыты при открытии дроссельной заслонки, чтобы убедиться, что привод АМРС работает нормально, PSM контролирует входные сигналы от датчика положения направляющей АМРС, датчика абсолютного давления в коллекторе, Мэп датчика температуры воздуха в коллекторе, датчика температуры воздуха на впуске, датчика положения дроссельной заслонки, датчиков кислорода и датчик массового расхода воздуха МАФ среди прочих. По мере того, как данные о управляемости двигателя вводятся в PSM и рассчитываются, PSM контролирует фактическое положение заслонки бегунка и корректирует его соответствующим образом. Если PSM не видит достаточно значительного изменения температуры МЭП или воздуха в коллекторе в соответствии с желаемым изменением положения заслонок, с помощью исполнительного механизма AMRS, будет сохранен код P2004, и может загореться индикатор неисправности, многократные циклы зажигания с неисправностью привода АМРС часто требуется для освещения МЛ. симптомы симптомами кода p 2004 могут быть, снижение производительности двигателя, особенно при низких оборотах в минуту, снижение эффективности использования топлива, причиной помпажа двигателя, возможные причины для этого кода двигателя, неисправный соленоид исполнительного механизма АМРС, ослабленные или обвязочные направляющие впускного коллектора, неисправный датчик положения направляющего коллектора впускного коллектора, а обрыв или короткое замыкание в цепи управления соленоида исполнительного механизма АМРС, неисправный датчик МЭП, при попытке диагностировать код P2004 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и надежный источник информации о транспортном средстве, такой как AllData DIY, перед тем, как приступить к диагностике, проверьте бюллетени технической поддержки, TSB, на предмет конкретных симптомов, сохраненных кодов и марки и модели автомобиля, если имеется соответствующий TSB, информация в нем может помочь вам в диагностике P2004 в вашем автомобиле. Мне нравится начинать диагностику с визуального осмотра проводки системы и разъемов. Кажется, что разъемы исполнительного механизма AMRS подвержены коррозии, которая может вызвать разрыв цепи, поэтому обратите особое внимание на них. Затем я обычно подключаю сканер к диагностическому разъему автомобиля и извлекаю все сохраненные коды и данные стоп-кадра. Я предпочитаю записывать эту информацию информацию на всякий случай, если это прерывистый код, затем я очистил бы коды и провел бы тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, сбрасывается ли код, если код сброшен, получите доступ к соленоиду привода AMRS и датчику положения бегуна AMRS, обратитесь к источнику информации о своем автомобиле для получения рекомендаций по тестированию этих компонентов, используя DVOM, выполните тест сопротивления обоих компонентов, если привод или датчик положения не соответствуют рекомендациям производителя. Замените неисправную деталь и повторно протестируйте систему. Если сопротивление привода и сопротивление датчика соответствуют спецификациям производителя, используйте DVOM для проверки сопротивления и целостности всех цепей системы. Чтобы избежать повреждения контроллера, отключите все соответствующие контроллеры перед тестированием. При необходимости отремонтируйте или замените замкнутые или разомкнутые цепи. Дополнительные примечания по диагностике. Проверка наличия замков АМР со соединенным отвала приводом, винты или заклепки, которые крепят заслонки к валу, могут ослабнуть или выпасть, что приведет к связыванию заслонок. Углеродный кокс внутри стенок впускного коллектора может вызвать перекос.